Пошла. Так, здравствуйте, друзья садоводы. Здравствуйте. Перед вами семья Железовых. С той стороны экрана Сергей Валерий Железов. Вот перед вами Железов старший и Татьяна Александровна Железова. Все Железовы. Вот. А там еще внучата же. Ой, что? Хватает. Значит так, друзья. Сегодняшняя тема — это укоренение. Я его называю зеленое укоренение. Производится ровно в середине лета. Запомните дату. Середина лета. Сегодня у нас 20 июля. Можно было бы 19-е. Угу. Значит так. Смысл укоренения. Если вот этот вот отводок, это не отводок, а черенок даст корни, значит вот это отсюда пойдут побеги, и эта часть будет обладать такими же свойствами, как материнское дерево, с которого отрезали. Почему нельзя раньше? Потому что еще сильно, получается сильно зеленый, если позже он становится такой задубелый и плохо дает корни. Итак, наша задача — повторить материнское качество. Вот, черенки были срезаны с маточного дерева. Так, на ночь замачиваете на одну ночь. Корневин, допустим, написано на 5 литров 5 грамм, да, не задумываясь, 5 литров на 5 грамм, с вечера замочили, готово. Нужен ли он корневин, я им никогда не пользовался, но не хочется выглядеть таким дремучим дедом. Значит, пусть будет корневин, хуже не будет. Теперь замочили с вечера, сейчас середина следующего дня, будем считать, что замочили. Теперь, как готовится черенок? Вот это мы отрезали. Так, смотрим. Нам надо укоренить на такую глубину. Вот я показываю натурально, да? Если я вот так вот оставлю эту, то вот так придется укоренять. Маловато. Надо где-то вот так. Я беру, готовлю черенок к укоренению. Отрезаю, не отламываю, отрезаю. Вот эта почка окажется под землей. Не беда. Она тоже даст побег. Я это, то, что под землей, не по барабану. Вот этот лист даст фотосинтез. То есть, благодаря ему будут развиваться корни. Поэтому, следующий уже сильно многовато. То есть, получается как? Надо еще учитывать экономность, то, что хочется сделать побольше. Мы вам покажем грядку метр на метр, а потом будем уже садить и второй метр квадратный, третий, пятый. А пока вот так. Смотрите, где я отрезаю. Смотрите, как отрезаю. Вот так, наискосок. Сейчас, секундочку. Еще и раз, что фокус. Татьяна Александровна, мазь садовая, конечно, забыли. Это я старею. Верхняя часть смазывается садовым варом. Татьяна Александровна, я, оказывается, не старею. Я все настою, ношу с собой. Прошу прощения. Не смейтесь над мной. Так, замазали. Теперь готовим нижнюю часть. Значит, она должна быть наискосок. Подождите, не торопитесь, Дмитрий, я сейчас. С автофокусом беда, что как бы пока она строит, чтобы видно было. Угу. Давайте. Она должна быть наискосок. Смотрите. Вот. Видите? И совет распространенный довольно. Но это такой, что из литературы. Лишним не будет. Небольшие полосочки надрезы. Якобы лучше укореняется. Я этого не делаю. Мне хватает этого. Но, опять же, не хочу выглядеть старым этим самым замшелым специалистом 20 века. И все. Черенок готов. Сейчас мы с вами перейдем. И Татьяна Александровна будет его садить. Посадка делается под углом. Вот так. Почему? Это куст. У него все ветки боковые растут в бок. Пусть и наши растет в бок. Теперь, пожалуйста, приготовленную бутылку. Накрывать. И вот когда мы ее накроем, да, когда, как сказать, вот обеспечить полную тень, это значит, он не сгорит. Я пробовал. Оставляешь на солнце, сгорает, потому что бутылка под бутылкой 50-60-70 градусов. Вот. На всякий случай, вот эту вот, как она называется,
этикетку мы не убираем. Почему? Со стороны солнца, когда мы садим, солнце это юг и запад. Самое жаркое солнце на западе. Вот как сейчас. Поэтому, когда мы накроем ее, это мы уже будем делать там. Но предварительно покажу. Этикетка со стороны солнца, потому что очень трудно обеспечить стопроцентную тень. И с другой стороны, стопроцентная тень, это не совсем хорошо. Почему? Но он просто-напросто медленно развивается. Солнышко бы надо. И тут два крайности. Но солнце сгорит, солнца нет, плохо растет. Но наша задача в течение месяца примерно под этой бутылкой растить. А теперь, Татьяна Александровна, пошли вот наша грядка, и мы это продолжим. Так, а кроме нравится вы? Сейчас дело вот в чем. Мы с Сергеем Валерьевичем посоветовались. И решили показать второй способ корневина. Ага. Допустим, заранее не замочено. Мы намочили торец и корневине вот так сделали. Припудрили. Вот. И такой способ есть. Лишним не будет. Теперь мы с вами берем это, берем это. Ага. Вот. И идем садить. Вот, видите, какие они веточки. Вот. Идем садить. Так. Запись не выключаю. Или выключаю? Можно выключать, да, давай выключим. Ну, потом. На эту же кнопочку, да, на красную? Нет. Алло. Вот это вообще это, вверху. Нет.